Учитывая те проблемы с составом, которые есть у вашей команды, можно ли сказать, что в предстоящем матче Ливерпуль является фаворитом? На этот матч мы выберем лучший возможный состав. Мы будем выкладываться до финального свистка. Главное — это то, что мы хотим выйти в финал. Последняя неделя выдалась очень насыщенной. И многие тренеры говорят о том, что правила переноса матчей необходимо менять. Многие говорят о том, что процедуре не хватает прозрачности. Никто не против перенести матч по причине коронавируса. Но если перенос связан с травмами или отсутствием футболистов, которые играют за сборную, то об этом нужно сообщать. Вы согласны с тем, что процедура переноса должна быть более прозрачной? Да, я согласен. Но правила должны быть четко обозначены с самого начала. Если клуб не желает передавать всю информацию, он имеет на это право. И правила этого не запрещают. Это порождает разные варианты. Я считаю, что все должны поступать по совести. И если правила нужно изменить, то давайте их изменим, чтобы были конкретные рамки. У вас есть проблемы с составом. И кубковый матч с Ливерпулем может длиться более чем 90 минут. Хотелось бы узнать, сможете ли вы подобрать состав, который будет способен отыграть 2 часа. Мы будем выбирать из тех футболистов, которые будут доступны. И опять же, неважно, 90 минут, 2 часа или пенальти. На матч выйдут те футболисты, которые верят в нашу победу, которые понимают важность этого матча. Вот и все. Микель, не считаете ли вы, что реакция на перенос вашего матча была слишком преувеличена? На Арсенал вылилась куча хейта. В сети появилось очень много нелестных отзывов о вашем клубе. Не знаю, мне кажется, что больше, чем ненависть, наш клуб заслуживает уважения. Это то, что идет из истории Арсенала. То, как этот клуб всегда себя вел. То, какое отношение он демонстрировал. Притом в совершенно разные моменты. В моменты взлетов и падений. И мы продолжаем это делать. Мы знаем, что все сделали правильно. Мы подали прошение о переносе матча. Решение принимало руководство АПЛ. И решение было полностью обосновано. И я с уверенностью могу сказать, мы до конца были честными. Видео переведено и озвучено специально для канала Sport.ua. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.